И еще о кадровых перестановках. На этот раз в правительстве Эрдени Дымчиков покинет пост заместителя министра спорта и молодежной политики. Накануне он написал заявление по собственному. Эрдени Дымчиков занимал этот пост с февраля этого года, а до этого руководил молодежной политикой в администрации города. Что стало причиной столь стремительного ухода, пока неизвестно. На кресло замминистра, по нашим данным, претендует Татьяна Парпаева, специалист отдела молодежных инициатив.